А, может быть, кто-то из них имеет бандаж? Лера! Ого, у него тоже розовые трусы. Вы, наверное, купальники в одном месте покупали, наверное, ребята. В магазине «Детский мир». Все для хомячков и животных. А что у убийцы? У убийцы записка. Она убийца! Она убийца. Разгадали! Труселяшки! У нее труселяшки пепперони. А, вон лупа. Ага. Так. Я нашел. Там пластырь. На голове ничего, мозга не обнаружено. Так, трусы, как обычно. И большой унитаз. Потому что не надо делать лужу на пол. Присаживайся на унитаз, на пол не надо. А ей ботинки, чтобы она не промочила ноги об лужу мачехи. И очки, чтобы она ее в глаза в упор не видела. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Новая вытиралка, друзья, всем привет! Вы на нашем канале Ванишка Плей! Рейзмастер, новая крутая игруха, где мы будем просвещать как рентген, разгадывать различные истории, вытирать, добавлять и дорисовывать предметы. Первый левел. Помой девочке окошко, то есть сотри. А что у него за крестики вокруг башни летают? О, он за ним мальчик подглядывает. Был у нас такой уровень в допе. В допе, друзья. Так, просвети ее. Воу, у нее там спрятана карточка. А там спрятан нож. А где трусы? Там прямо юбка. У нее, короче, под свадебным платьем, друзья, еще юбка, кофта, свитер, валенки и лыжи. Представляете? Так, нужно включить немножко света. Может, лучше не надо? Лучше бы мы этого не делали. И все такие хлопают, да, друзья? Найдите мячики. Два мячика вылетело. И она такая, ё-моё, в глазах тоже мячики. Вам весело? Очень даже. Да? Уписать коленки. Что спрятано? Так, что спрятано? Крабик. Я даже боюсь. А как мне искать? Папа, вон лупа. Вон лупа. Ага, так. Я нашел, там пластырь. На голове ничего, мозга не обнаружено. Так, трусы, как обычно. Мозга в трусах какая-то монетка. Посмотри на крабика, он такой. У них такие глаза, как будто они вообще, я не знаю, не спали 3 дня. Так, ей в мозг что-то прилетело. Ладно, нарисуем. Что нарисовать? Кусок горшка. Нет, неправильно. Кусок большого горшка. Короче, мачеха кричит на Золушку, почему она разгрохала горшок. Она такая... Да, вот она злится. А мы ей нарисуем глаза, типа, мы тебя не видим, до свидос, мы про. И купальник, мы пошли на море. Все. Так, ладно, шутим. Метлу, наверное, надо. Или грабли. Друзья, на тебе. Мы на нее все смахнули. Так, что-то прячется. Ребята, вытираем кусок шкафа. Шутим, не вытирается. Вытираем только тем, чем завязан шкаф. Папа. Вытираем папа! Всех вообще нафиг. Может быть, только веревочку? Да. Там сынишка голенький сидит. И в туалет, наверное, так. Ребята, что она? Проверьте ее. Ага. Ого, в горошек. Отлично. И вторую камеру. Вторую камеру направляем на нижнюю часть горошка. А где же что-то прячется? В туфлях, может быть? Может быть, у него сердечко в шапке, в языке. Ого, у него тоже розовые трусы. Вы, наверное, купальники в одном месте покупали, наверное, ребята. В магазине «Детский мир». Все для хомячков и животных. Да? Так, Лера, где предмет? Ничего она себе прорубила, Лера, ты видела? Так, найдите ей немного вещей. Нарисуем ей что-нибудь купательное. Нет, надо ей рисовать вещи. Нарисуем ей на голове сирена... Какую-то фею! Сирена-радио! Сирена-радио! Дедушка FM. Мы сделаны по ошибке. Так, вот такую улыбочку и трусы внизу. Все. Это правильно было, друзья. Мы нарисовали горничную. Что ты видишь? Чтобы что-то видеть, надо протереть очки. Ого! Лучше бы я этого не видел. Мы выиграли 20 монет, спасибо, не надо. Так, похлопали в ладошки и открыли следующую главу, называется «История». Так, нужно проверить его. Ого, он какой-то побитый. Его побили хулиган, у него пролом черепа. А что у девушки? Папа! У девушки, смотрите, какие там эти модные труселяхи. Так, у него трещина здесь и трещина в голове. А в ноге нету, да? А где? В бедре, в ребрах. Руки целые вроде. Это рука. Целая. Где? Вон! Бедро! Тазовая кость. Да, нашли.
Excellent. А с глазами что-то надо делать, парень. Помогите ей помыть пол. У нее руки? Так хоть тряпку дайте. Давайте нарисуем тряпку. Слушайте, она разлила маленький стаканчик, а там лужа, как будто бы там слон наделал. Так, подмышки, все как надо. И большой унитаз. Потому что не надо делать лужу на пол. Присаживайся на унитаз, на пол не надо. А ей ботинки, чтобы она не промочила ноги об лужу мальчики. И очки, чтобы она ее в глаза в упор не видела. И уши заткнуть, потому что лейер. Да, ребята, все. И подключаем. И подключаем к окну. Хватит орать на нас! Тряпку мы уже рисуем эту тряпку. Мы не понимаем, что вы от нас хотите. Вот. Чем помыть пол? Такую бери своим платьем и мой пол. Я не знаю, может мне свой передник снять помыть? Может ее париком помыть? Может, я не знаю, может у нее рукав оторвать помыть? Я уже швабру нарисовал, тряпку нарисовал. Вот такую швабру. Неправильно, ребята. Чем мыть пол? Мачеха, хватит орать. Скажи нам по-русски, чем помыть пол? Лера, есть мысли? Нет, только... У меня нету. Так, что, подсказку будем брать? А, солнышко в окне! Вышло солнышко и высушило лужу! Ребята, как я должен был додуматься? Найдите бандаж. Сейчас найдем. Не знаю. Что-то, видимо, спрятанное. Не знаю, ребята. Может, все вытереть? А, может быть, кто-то из них имеет бандаж? Лера! Это что за... Что это было? Его персональное хобби. Он одевает женские вещи, а она мужские. Нет, трусы вроде женские. Чего тебе помешал? Лера, эту игру придумывали очень необычные люди, скажем так. Лера, закрой рот, уже все. Уже мы все нашли. Божечки, какая прелесть. Арбузиков понатыкал. Так, где мои тыквы? Ну вон же ж они, откуда я знаю, где твои тыквы? А зачем тыквам шляпки из бумажки? Не знаешь, он там... Где моя тыква? А, где моя тыква? Может, по центру? Да. Ну, пришла Золушка, ребята, собирать тыкву для бала. Потому что ее тыква должна превратиться в карету, а крысы в лошадей. И она должна поехать к принцу и потерять там туфельку. Опа! Нарисовали руки, ноги и выросла новая тыква. На Хэллоуин следующая история открывается. Он прячет что-то. Бутылка, стакан, вертолетики летают что над головой. Прячет? Что же он может еще прятать? Может быть, он в трусы наделал? Может быть, он лужу наделал? То ладно. Может быть, он что-то под пиджаком прячет? А где конкретно он прячет, игра? Вы не хотите нам помочь подсказать? Нет. Не хочет. Слушай, ну, может быть, он звездочки в башке прячет? Может, у него трусов нету? Может, башмаков? Может быть, лужа? А, вытереть ему полностью весь костюм, пиджак и брюки. Вообще все вытираем. Плохо вытер. Надо вытереть прям ювелирно и красиво. Игра не принимает. Игра у нас-то привередливая, ребята. Все. Ребята, вот это да. Помогите девочке. Помочь девочке? Мы же уже этой девочке помогали. Ого. Змейки. Папа. Ребята, она такая маленькая. Медуза Горгона. Да, змейки отпускаем и напугали нашего мальчика. А где у нее купальник? Она что, вообще без одежды? Обалдеть. Так, я действительно нуждаюсь в чем-то. В чем ты нуждаешься? А, ей нужно купить эти туфли. Ну, сначала примерь. Нарисовали стрелочку. Примерь, примеряем. Да, подошли. Золушка подошла. Супер. Одна туфелька на две ноги. Все, что нужно. Так, что она прячет? Я боюсь. Она прячет волосатые ноги под свадебным платьем. Мы помним этот левел по доп 3. Ой, по доп 1 или по доп 2, не помню. Во! Я был прав! Волосатики! Ого! Там какой накачанный мальчик. Найди. Нет, он совсем не накачанный. И почему-то в женском... А, это девушка. Ребята, я думал-то это парень. А, мне еще что-то поискать надо. Найдите уточку. Нашли мыльца. А где уточка? Вон она, на голове. Уточка. Я думал, уточка должна быть на круге надувном, а уточка оказывается на голове. Ребята, когда купаетесь, кладете на голову уточку, признавайтесь. Мы открыли новый рентген. Наверное. Так, погнали просвещать. Кто убийца? У нее нож, она убийца. У нее в трусах что-то еще. Божечки, девушка, мне так неудобно, ну простите, мне нужно найти, кто убийца. В сумочке больше ничего нет. А что у парня? А у парня трусы с пальмами, водный пестик. Отлично. Под мышками волосы. И в голове что? А что у убийцы? У убийцы записка. Она убийца. Она убийца. Разгадали. Ребята, мы супер-мега-детективы.
Так, что они прячут? Он прячет булаву в трусах. Какой затейник. Так, он прячет женский купальник, хотя это мальчик. Этот прячет гранату у себя в бороде. А, так они, короче, на него напали, я понял. Кто шпион? Кто шпион? Парень, извините, мы вас обыщем. У нас есть ордер на ваш арест. Крабик? Почему у вас на пузе крабик и трусы в сердечко? И с бантиком. Ребята, капец. Она шпион. Она шпион. У да, нее у пестик. Пестик. Нужно три предмета найти. Что здесь? Так, ребята, ничего больше на ней нету. Видимо, все-таки дело в бантике и в крабике. Бантик. Так, бантик и крабелла в пузике. Да, она шпион. Она шпион, а он просто носитель бантиков и крабиков. Давайте проверим ее. Давайте, что бы не проверить, мы уже привыкли. Так, у нее стакан оказался под кофтой. Ребята, и карточка под трусами. Какая прелесть, друзья. А, и еще что, третий предмет. И наручники привязаны к ноге. А где батарея? Я думал, она к батарее привязана. Так, отлично, excellent. Поехали дальше. Просветим ему затылок. Пролом башки. Отлично. Бабка. Ребята, мы врачи. А! Что же у нее там? Лера, я больше не буду. Так. У него ты мне смотри. Нога. Нова. Ребята, аж три рентгена. Что? А где еще у него что-то рука? Поломано? Рука вроде целая. Целая. Грудная клетка целая, ребра целые, таз целый. Нога. Нога вторая. А тут... А, вот еще. Ребята, у него две ноги поломаны и башка пробита. Красота. Как он ходит? Мы открыли следующий левел, мы сейчас будем вытирать. Мы это делали. Но только там уже не девушка, а там уже пусто. Ребята, вы представляете? Найдите утку. Опять найти утку. Утка? Так мы же уже искали утку. Или то какая-то другая утка? Да блин, аккуратненько. Я не понял, а что со шторой не так? Надо вообще прям аккуратненько вытереть. Ребята, игра прям очень-очень для аккуратных людей. Мы на таких не похожи, друзья. Поддержите нас лайком, мы очень стараемся. Так. Best. The best. Мы the best eraser, лучшие вытиратели. А, теперь это мальчик. Он решил в одежде прям залезть. Модернизируй пылесос. О, мы такое делали. Отлично, мы... убрали ей. И пылесос заездил сам. Все захлопали в ладошки. Мне нужна он хочет пицца. Немножко пиццы. Вытираем бошку. Без бошки смешнее. Нет, ребята, вытираем сковородку. Вытираем а у что, него вытираем? Штаны. А где может быть пицца? Обычно пицца, друзья, находится на голове у девочки. Может быть, у нее под кофтой? Слушай. Лера, я понятия не имею, где пицца. А, у нее весь фартук вытереть. У-у-у, труселяшки! У нее труселяшки пепперони. Так, найдите, кто обманщик, кто читер. Ребята, кто же читер? Где-то должно быть свадебное кольцо, мне что-то подсказывает. Потому что на свиданиях обычно уровни со свадебным кольцом. Под столом, наверное, барсик. Шутим. Нету там никого. Может быть, у него мордочку вытереть? Может, вообще его всего вытереть? Пусть девушка сама посидит. Руки. Кольцо на пальце! Я был прав! Он женат! Ребята! А он такой... Очень крутая игруха! Если вам понравилось, мы продолжим в нее играть. Напишите нам в комментариях, играть ли в нее дальше. Поддержите лайком эту серию. Смотрите все видео на наших каналах. Валеришка Максим Play Games. Ссылочки в описании, друзья. Мы вас очень любим. Стараемся для вас. Всем пока-пока. Нажимайте на следующее видео. Встречаемся там.